Бобруйск официально стал культурной столицей Беларуси. Торжественное вручение символа хрустального аиста и соответствующего сертификата прошло накануне. Поздравил бобруйчан с новым статусом министр культуры Борис Светлов. Что касается программы культурных событий, она уже расписана до декабря. Это сотни мероприятий, в том числе международный фестиваль «Венок дружбы». Выбор Бобруйска в качестве культурной столицы оказался не случайным. В первую очередь мы глядим на, если хотите, показчик плотности культурных з'яв, да, вот именно в этом регионе. Вот до этого года, да, подошел, на мой взгляд, больше-таки спелый регион. По итогам республиканских конкурсов вручены также премии «Человек года» и присвоено звание самых культурных городов Беларуси. Ими стали Могилев, Новополоцк и агрогородок Мотоль Брестской области.